24 марта, Mercedes GLB 250 полноприводный. 21 год, апрель месяц. Вот с таким уже салоном, с монитором, посмотрите. Красавец просто, с памятью сидений. Панорамка. Ну красота же, песня. С ковриками. Пассажирский тоже. Посмотрите. Память, карбон. Обалдеть. Попробуем, заведется, не заведется. Наверное, отключен, не заведется. Но очень достойная машина. Смотрится бомба. Подогрева, вентиляции нету, кстати. Что тут еще интересного? Ну, надо разбираться. Ну и подушки стрельные, конечно же, естественно. Что мы видим? Повреждение задней крышки багажника. Естественно, фуматик. Большие красивые колеса. Что у нас тут по радиусу? Это? Капот, переднее правое крыло, фара. Лобовое стекло, две подушки. Ничего особо сильного-то и нет. Все остальное ровненькое. А вот колеса какие, мне даже интересно. Что за размер-то? 19-й. Но красиво смотрится очень. Мини-ГЛС, наверное, так можно его назвать. Красивый автомобиль.